Берем чеснок и мелко нарезаем. Оливковое масло наливаем в сковороду, добавляем чеснок и немного имбиря. Обжариваем буквально несколько секунд и добавляем морской коктейль. Добавляю немного соевый соус, можно, конечно, просто посолить, и обжариваем не больше 2 минут на сильном огне. Берем блюдо и выкладываем салатные листья. Добавляю вареное яйцо, также очень вкусно будет с перепелиными яйцами. Конечно же, добавляю помидорки черри и обязательно оливки. Ну а теперь морской коктейль. И, конечно, добавляю немного оливкового масла. У меня пряное с чили перчиком. Я больше всего люблю снимать пробу, когда приготовлю. Здорово. Ребят, так вкусно. Очень здорово для всех тех, кому надоели салаты с майонезом. Подписывайтесь на наш канал. Давайте готовить вместе. Прошу к столу и приятного вам аппетита!